Сегодня у меня опять быстрый вариант ужина. Буду готовить замороженную смесь овощей вместе с фаршем. Для начала разогреваю сковороду, добавляю растительное масло и обжариваю фарш практически до готовности. Смесь буду использовать вот такую байер. Это овощи с рисом и шампиньонами. Я вам уже неоднократно показывала и рассказывала, что обожаю, ну, вообще эту смесь и в плане приготовления, и в плане вкуса. И у меня всегда такая есть в морозилке, либо другие смеси овощей для того, чтобы быстренько приготовить. Вот когда времени мало, то отлично выручает. Можно просто обжарить одну эту смесь, и это уже вкусно. Ну, а можно добавить любое мясо, то, что у вас есть. Можно запекать с курочкой, я вам показывала. Сегодня буду обжаривать фарш и добавлять в конце эту смесь. Сразу добавлю немного соли. Поперчу и добавлю еще что-нибудь из приправ, сейчас подумаю. Из приправ подумала, что добавлю майоран и гранулированный чеснок. Вы, естественно, можете добавлять любые приправы, которые любите по вкусу. У меня, кстати, это майоран, который выращивала у себя в теплице и затем уже сушила. И знаете, вот кажется мелочь, а на самом деле аромат такой более насыщенный получается, чем у готовых трав. Ну, я имею в виду покупных. Лук сюда добавлять не буду, так как он есть сразу уже в овощной смеси. У меня фарш уже практически готов. Сейчас добавлю сюда немножко растительного масла, так как у меня фарш был нежирный. И еще сразу сюда отправляю замороженные овощи. Теперь буду готовить вместе до готовности овощей. У меня овощи уже пожарились, я их отключила. Сейчас добавляю сюда немного порезанного укропа. Перемешиваю, и ужин готов. Буквально 20 минут, и получается вкусно, сытно, полезно. В общем, берите себе на заметку, если вы раньше так не готовили. На самом деле такая смесь – это просто палочка-выручалочка.